Космический коуч. Между мною и моей любовью к тебе ты выбрал ее. Она как солнце, она как луна, она как звезды. Как солнце она греет и освещает тебе путь, наполняет радостью и весельем. Как луна она погружает тебя в пучину переживаний, поднимая доселе неизвестное со дна, вовлекает тебя в свою приливно-отливную историю, и ты движешься вместе с морями и океанами, замечая, что разум твой оказывается оттесненным на периферию души и незаметно сдал свои лидирующие позиции. Как звезды она возносит тебя в иные миры, великолепные и нематериальные, далекие и прекрасные, о своем доступе в которые ты даже и не мечтал. Такая она прокачала тебя лучше любого коуча. И самое привлекательное в ней, что сбило тебя с ног и из седла, это то, что солнце, луна и звезды всегда на небосклоне. Это почти что вечность любви. Во всяком случае, пока живет человек, и доступность ее в любой момент времени. Достаточно лишь приподнять глаза или опустить веки. А я что? А я просто земной плотяной человек. Женщина, к тому же. Космический коуч.